12 мая в Украине отметили День матери. Это переходящий праздник и празднуется в мае. В Украине празднование Дня матери во второе воскресенье мая установлено указом президента в 1999 году. Ряд праздничных мероприятий прошел и в Одессе. В 2019 году День матери в Украине пришелся на 12 мая. Праздник имеет международный статус и празднуется в десятках стран мира, таких как Эстония, США, Мальта, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия и Бразилия. При этом ряд стран отмечают этот праздник 21 марта, в день весеннего равноденствия. В Украине празднование Дня матери практически не отличается от дня 8 марта. В этот день принято поздравлять и благодарить своих матерей, дарить им подарки, собираться с семьей. Так что кто не успел это сделать в воскресенье, есть лишний повод сказать своей маме, что любишь и за все благодарен. В Одессе 12 мая на Потемкинской лестнице также состоялся флешмоб «Дети Одессы Одессе маме», приуроченный ко Дню матери. Участники флешмоба выстроились на лестнице в слово «мама» и под гимн Одессы выпустили в небо яркие шары. А затем на Приморском бульваре начался праздничный концерт с участием детских коллективов.